Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и где-то месяц назад я решил снять прохождение Грани на свой канал. Всего то, что мне нужно было, это скачать Грани, потому что после того, как я не смог её пройти, удалил её. Я зашёл в Play Market и нашёл нужную мне игру. Когда я скачал Грани, я заметил, что на рабочем столе у меня две игры. Обычная Грани и какая-то Рип Грани. Это было очень странно, потому что я скачивал одну Грани. Да и иконка этой второй игры была очень странной. Грани вся была в крови. Я с трудом решился зайти посмотреть, что же это было за вторая Грани. Я еще не успел нажать, как Грани уже начала загрузку. Загрузка была странной, даже потому что в обычной Грани ее не было. Фон загрузки был ужасный. Две лысые головы Грани и их страшные глаза. А шкала загрузки постоянно была в помехах. И она постоянно повторялась. Это была очень долгая загрузка, которая длилась где-то около 10 минут. После запустилась игра. Никакого меню не было. Сразу же началась игра. Вроде бы все нормально. Персонаж встал, как всегда. Но вдруг он берет записку, которая лежала под кроватью. На записке было написано, что до этого в доме уже были жертвы. Там рассказывалось об их неудачных побегах. И на последней строчке было написано, что на самом деле это не игра, а реальная жизнь. Я подумал, что это просто разработчик шутит. Я направился к двери. Когда я открыл дверь, по экрану пошли помехи. А после помех игра очень сильно изменилась. Все было черно-белое и мерехтело. Я испугался и хотел выкинуть телефон. Но что-то меня не отпускало от игры. И я продолжал играть. Когда я проходил через коридор, из стен вылазила Грани. Она была сверхстрашная. А на фоне был громкий ее смех. В этот момент у меня уже дрожали колени. Но перестать играть я не мог. Я словно был одержимый этой игрой. На полке я взял рукоятку. Но как только я ее взял, по ней потекла кровь. Рукоятка была отбитая гвоздями. И моя рука уже была неспособной. Я не мог отпустить рукоятку. И она полностью вбилась в мою руку. В это время из моей руки в реальной жизни начала течь кровь. Я никак не мог ее остановить, но я продолжал играть. По экрану снова пошли помехи. И все вернулось обратно. Никакой крови уже не было. Я не понимал, что происходит. Но перестать играть я все еще не мог. Я пытался пройти Грани. Но такие приступы повторялись каждые 2 минуты. Моя психика уже не выдерживала. Под конец я взял арбалет, и по экрану снова пошли помехи. Игра снова изменилась. Она выглядела так, как будто я попал в ад. После выстрела Грани не умерла. Она подвинулась к экрану и сказала: «Ты сдохнешь следующим». В этот момент я просто выкинул телефон и больше никогда не играл в Грани. На этом все. С тобой был Сергионис. Поставил лайк тебе, это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И если на этом видео мы наберем 1500 лайков, то я найду еще такие запретные игры. Или же они сами меня найдут. А также подпишись на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme Банду. Ведь перейдет время, и Supreme Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А также вот комменты из-под прошлого видео. Господи, какие же они шикарные. И их очень много. А также подписывайся на мой страшный инстаграм. Там выходит много классных фотографий. Я жду тебя там. Пиши мне туда, и мы с тобой обязательно пообщаемся. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока.